Больше всего из российских городов туристы задерживаются в Барнауле, Хабаровске и Благовещенске по 11 дней. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса планирования путешествий. Далее следуют Петропавловск, Камчатский, Улан-Удэ, Симферополь и Иркутск, где туристы проводят чуть более 10 суток. Также туристы любят задерживаться в Анапе, Геленджике, Новокузнецке, Красноярске и Новосибирске – 9-10 дней. В Петербурге, а также Самаре и Нижнекамске туристы в среднем останавливаются на 5 дней. Ненадолго обычно прилетают в Пензу, Казань, Воронеж и Петрозаводск, примерно по 4 дня. В целом, средняя продолжительность поездки в этом году составила 6,6 дня. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 6,9 дня. А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104.